Экологические акции в рамках месяца чистоты и благоустройства прошли во всех 17 территориальных управлениях Одинцовского округа. Студенческий парк недалеко от МГИМО вместе с жителями, коммунальщиками и общественниками приводил в порядок и глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Следующие субботники в Одинцовском округе пройдут 22 и 29 апреля. Выбрать территорию для уборки можно на интерактивной карте, на которой обозначены места апрельских субботников. Точки проведения уборочных работ в течение месяца будут постоянно актуализироваться.